Всем здравствуйте. Снова ворон в кадре. Поедем мы с вороном сейчас пробовать ворона работать заставлять. Согласится он, не согласится. Да, ворон? Ворон еще не знает, что ему делать. Ну что ты, прибалдел? Давай, ворон, работать надо. У тебя много работы. Много работы. Давай, на второй бок будешь ложиться? Один-то поваляли, надо же второй. Трава там вкусная. Скоро опять будем его привязывать. Все? Все, не будешь ложиться? Нет? А если подумать, второго шанса тебе не будет. Ну не хочешь, как хочешь. В общем, ладно, погнал я. Александр, здравствуйте. Александр, это конь. Конь это ворон. Жеребец, вернее. Он не будет УАЗика загонять? Поедем, Сашка, сейчас вот на таких санях гонять. Свежеваренные, да? Видел, какая красота? Как ты думаешь, у нас получится? Да, ворон? Надо было самым, да, натереть. Вот, Саня, Саня, как тебе? Нормально, нет, Саня? Красота, да, да, скажи? Только мы сейчас... Главное не пасть под это. Ворон, вот под этой дороги, скажи, вот это красота, да, ворон? Если пасть, то придется ногу переделывать, наверное. Ну, да. Так что я буду, Саша, падать на тебя. Здравствуйте. Погнали с Сашкой в деревню мы, по деревне кататься. Положено. На коне, да? Просто, давай, ворон, посюда прогоним. Чуть-чуть я не выпал. Давай, не падай. Это же не посылка. Прямой эфир, зато красота какая. Ну всяко будет. Может, вы сядете? Нет. 4 раза на день. Всяко бывает, скажи, ворон, да? Я скажу, главное ногу, да. Главное вытащить ногу. Да что ты переживаешь? Видишь, он просто отвык у меня по деревне, я давно не ездил, он боится. Видел от колонки как? У него этот, веревочка встала, он этот. А? Одно, говорю, этот. А, я ее вниз сделал. Мы ее, может, переделаем потом. А сверху еще выше падать. Так что сейчас нормально это. Я рассчитывал на это. Только я думал, мы раньше упадем. О, гололед, гололед, ворон, не разбегайся, не торопись, ворон. Труд сбавляй. Буксуем, скользим, да?
Не знаю. Главное, чтобы в мусорный ящик кишки от поросенка никто не положил. Или от кабана. Хотя в том краю охотников нету на кабана, так что можно быть спокойным. О, надо гнать, да, скажи, ворон? Так, ладно, пока стоп-кадр. Чё там, Сашка, потерялся, нет? А меня еще звали детей на масленицу катать. Да? О, весело бы детям, да, было? Да. Ворону бы, по крайней мере, бы точно веселее было. Веселее всего ребятешек по центру раскидывать. Тррррр, сбавляй. А, вон я, ага. Едем мы вон туда, на за сеном. Тр-тр-тр. У тебя ручник работает, Саша, нет там? Я попытаюсь. Нет, не работает ничего. Я пытался еще вот так на этом. У тебя не получилось, да, ручник кадр? Нет. Айда, ворон, молодец. Ворон понял, что хозяин периодически может теряться. А Сашке руль управления это еще без... А, блин, они нифига скользят. Еще это опаснее давать. Саша, новый поворот. Фи-ху! Так, тут главное нам в дом не врезаться. Сбавляй. Ворон, тр-тр-тр-тр-тр-тр. А я сюда, ворон. У нас, главное, заднего хода нету, нам только вперед. А мы там развернем. Тр-тр, стой. Саня, Саня, как у тебя получается? Да. И каску надо. Каску надо. Каску надо. И запасного коня надо. Грузчиков возить. Давай побыстрее. Еще нам 3 раза надо с Александром гонять. Ну что, пойдем. Вот так вот тут. Давай эту камеру дам, ты сбегай спереди нас засними. Чтобы нам не останавливаться. О, мы разогнались, кажется. Сейчас погоним еще с горки еще быстрее. Я держусь только за то, что я ворона на тяжку держу. О, Валерка не сюда, Валерка молодец. Сейчас бы пришлось. А сейчас ворон говорит, сейчас мы его обгоним, говорит, по целине. Саша, держись. Я держусь. Держишься, да? Сзади машина у нас на хвосте. Машина, правда, догоняет. Тррр, наоборот, ворон, не слушай его. Мы же так выпадем. Тррр, сбавляй. Тррр, ворон, нам тут второй раз угла не надо. Тррр. О, второй раз мы, наверное, меньше вошли. Это просто машина, просто мы постеснялись. Так-то мы бы как дали-дали с Саней. Поворот, у-ху! Подскользнется, упадет. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр, ворон, тр-тр. Тут опять же поворот, ворон. О, Сашка бы не держался, улетел бы сейчас точно. Ай, беда, беда с Сашкой с этим.
А, мы вот тут вообще неправильно поехали. Заехали сикость-накость, конечно. Поэтому мы перевернули. А может по грязи сейчас тогда попробовать переехать или нет? Да. Или так и поедем? Не знаю, по грязи мы даже... Давай, ворон, тогда в другую сторону. Иху! Иху! Что, ворон, можешь стоять и есть. Он лошадку увидел. О, все, держите меня теперь семером, говорит. Трыть, стой. Саша, ну как так получилось? Что с санями у нас, Саша? Что? Ну, держали, кончил новые сани. Это у нас сваливают они. Знаете, просто туда. Ну, это сваливать. На какой-нибудь пенек. Под пенек вот так. И сюда долануть. И все, да? Труд, стой! А, ну ты ешь сено, да, ворон? Сено? Сено есть можно. Оно, получается, Сашкино. Сашка за него платит. Все, стой. Какое сейчас будем грузить? А? Сашка, ну как у тебя дела, Сашка? Сашка. Хорошо. Получается у тебя? Да. Вот так. Так, блин, он опять играет у нас как этот весь. А потому что он сейчас... Потому что он у нас выпадет опять. Ну ты затягивай, чтобы хотя бы он пусть так крутится, но не расслабанно. Не расслабнет? Я не знаю, кого он навязал. Потому что оно так не затягивает. Давай тюк раскрутим и нитками тюковыми свяжем его. Это вот. Мы его так бы напополам быстрее свозили уже. Ну так натяни, раз тебе так больше нравится. Ой, Саша этот. Это кудрявая голова Саша. Кто не, никто не узнал его, да, Саша? Пойдет. Земля ближе, быстрее. Быстрее настигнет нас земля. Ну что, ворон? Будем пробовать. Сейчас забуксуем, грязь полетит. Вот так вот, вот так вот. Вот. У-у, я сел, Саша. Давай, ты, давай. Ты не знаю. Оу! Давай, ворон, тут надо без остановки пройти. Это близко берешь к тому болту. Сейчас нагонит. Ворон, скажи, кого он учит, да? Че встал, айда. Так ты вот так вот иди, мне так одному удобнее, а ты тюк придерживай. Так вы быстро бежите, я так не могу. Так, ворон, тут давай пока вот так вот, вот так вот, ворон. Вот так вот, ворон, молодец, ворон. Ворон, молодец, все. Вот, я говорю, Сашке надо сбоку ходить, так вообще нормально. И мне места больше для маневров. И этот... Так, ворон, нам на этот поворот надо поворачивать, ворон. Сани согнули, представляешь? Нет, это Сашка все виноват, сломал. Нет, это ты на ней стоял. Не понял. А, Сашка-то, да. Так ты, Саша, садись давай, мы так будем с тобой до вечера возить их. Пойдем быстрее, ворон. Эй, не успели. Блядь, не дотянуться. Сюда. Ихо, погнали. А, тут же угла. Все, дотянулся. Тут же боком она. Я вспомнил, что мы тут скатываемся. Ворон, все, все. Добавляй. Ой, вон там машина гонит. Тррр. Все. Поехали. Валерка, наверное. Вот так вот ловчее даже, наверное, или нет? Да, или да. Ниже. Саня, а как тебе лошадь, Саня? Конь, жеребец. Это не просто лошадь и конь, это жеребец. Саня, а будешь что? Брать? Надо брать, да? Да. А из-под...
А вот и бегемота тащить, знаешь, ловко на нем. Вот-вот, второй тюк мы уже привезли. Да, ворон? Как у тебя дела обстоят? Нет, маленько потеет. Потеет маленько. На, вкусняшку. Александр, ну как у тебя, все? Просто переворачиваем. А я думал, туда. Туда? Я не знаю. Давай попробуем туда, что, ну сыграет, сыграет. Вот так вот почти бы. Он тоже раздавили. Бы. Блядь, еще ниже. Пониже стало, да? Ага. Это все ерунда. Давай. Это все ерунда. Это сейчас этот не дает. А, я думаю, парень, я такой здоровый, поднимаю, тюк поднимается. Думаю, ничего себе. А, нет, так не получится. Давай я пенек вынесу. Попробуем. Так вот, ну. Давай. Держишь? Да. Да пойдет. А ну поднялась. Почти ровно. Фу, парень. Вот это вот я медведь. Вот это я медведь. Еще нам два надо привезти. Что, ты устал, да? А? Удержался. А вот на солнце разморило, красота на коне. Еще кресло сюда поставь.